Уважаемые жители поселка Макдагачи, в адрес главы Макдагачевского района Горюнова Андрея Игоревича, исполняющего обязанности ПГТ Макдагачи Камогорцева Сергея Владимировича, председателя Совета народных депутатов Макдагачевского района, ко мне обратились жители поселка Макдагачи, что не решается проблема с бездомными бродячими собаками. Хочу вот сегодня отметить, мы сегодня с вами стоим, где построены вольеры, это за поселком Макдагачи, никому мешать не будет. Заключены договора у нас уже, кто будет отлавливать этих бродячих собак. Здесь будет непосредственно временный приют для этих собачек на 2-3 дня. Затем этих собачек будут отвозить непосредственно.